Всем привет, ребят. Ну что, вот она, обнова на Китайке уже есть, обновился. Пишу вам обзорчик. Стараюсь это сделать оперативно, быстро. Сейчас пройдемся по основным пунктам, что есть, что изменили. Посмотрим на нового героя. Ну и, конечно же, потом будем его выбивать. Так. Окей. Окей, окей, окей. Смотрим, что у нас поменялось вообще, что изменилось. Вот, 8-9. Офигеть, 190. Просто жесть, уменьшение урона. Вот так вот. Давайте прощелкаем по талантам, посмотрим, что на девятках будет. Но очень интересно это посмотреть. 140. Я офигею. Вот это, конечно, жесть. Пятьдесят, 70, 50%. Офигеть. Просто офигеть. 90 разброса. Я в шоке. Хорошо. Улучшить 10 камней нужно. Сейчас посмотрим. А, эти камни не продаются. Вот так вот их надо где-то добыть. То есть не все так просто, как мы думали. В принципе, это и хорошо, наверное. Не знаю, где их можно будет брать, но надеюсь, что не за донат. В общем, вот так вот. Жесть, просто посмотрите на эти статы. Я просто офигею. Что там у нас такое интересное? Еще раскол интересно на девятке. 8000, 100%. Ну, в общем, жесть, короче. Полная жесть, грубая сила. 100%, полтора раза, 1,2 увеличения. Ну, я в шоке. Я не знаю, зачем это делать, но это просто жесть. Пас 90% дает. Я офигею. 2000 от хила. 3 секунды, 7 секунд. Ну хоть тут ничего без изменения. Живо. Девятка. На 100 будет. 70. А что означает 2? Два раза воскрешение по 70, что ли? Это жестко будет. Реально жестко. Два раза. Если будет два раза воскрешение... На девятке 40%, 50% отражения, 40 еще чего-то добавляют. В общем, блин, интересно, интересно будет посмотреть на переводы. 90% жизни, круто. Однозначно, тут лайк. Так, смотрим, что там у нас за изменения были. Смотрим на рынок, что у нас на рынке, что-то поменялось. О, поменялся базарчик, сразу же дали. Вот посмотрите, сколько расходников начали давать. На Китайке такого никогда не было. Это просто жесть, ребят. Просто офигеть. Так. Ну, самое интересное, давайте посмотрим на рунки, как улучшать, что нужно будет для улучшения семерок на восьмерку. Три штуки нужно будет. Шесть коробочек, и у вас будет пакт восьмого уровня. 150 тысяч красных кристаллов. Я офигею. Если на этот надо 120, на этот 150. Три эмблемы седьмого уровня, и у вас будет восьмерка. Это просто, просто жесть, ребят. Я не знаю, для кого это сделано. Ну, понятно, для донатов. Но это просто, блин. Вот интересно насчет новых камней, где их можно будет получить. А, так. Смотрим, что у нас интересного. Новый талантик. Это понятно. Поехали посмотрим на нового героя. Новая волна добавилась у нас. Аджей, АИ, АХ, АИ. Ну, новую волну потом посмотрим. Смотрю, там топы начали уже проходить. Так, это архидемон у нас закончился. Поехали посмотрим на нового героя. Вот он, новый герой. Бум, хороший танк будет, я вам скажу. Посмотрите, сколько у него жизни. Да, это будет офигенный танк. Думаю, выбьем уже, потестируем. Но, думаю, будет очень интересно. Вот якорь, короче, капитан якорь. Не знаю, ну, прикольненько. Прикольненько, смотрится, конечно, круто. А, так, два облика у нас есть. Поехали хотя бы посмотрим, как они выглядят. К сожалению, на Китайке это все в последнюю очередь. Будет вот так вот. Ух ты!
Ну, бабулька, ладно. А вот это, конечно, блин, круто. Я не знаю, как в действии будет, но реально очень круто выглядит он. Просто офигеть. Надо будет посмотреть. Интересно, интересно. Так, что у нас еще такого интересного? Волны посмотрели, это посмотрели, эмблемы посмотрели. Новая карта в судьбе. Давайте сейчас посмотрим, кстати, статки на Минотавра и на остальных по судьбе. Очень интересно на это глянуть. Такс. Смотрим судьбу. Вот она. Давайте локацию сразу. Вот она по центру локация. Ничего себе, новая локация. Минотавр. Так, нужно будет Гарпию. Надо будет некоторых героев подкачать мне, чтобы пооткрывать 12-е. Посмотрим сейчас отсюда 12-е скиллы. Так, самое интересное, это Минотавр у нас. Давайте так по порядку посмотрим, кто там у нас добавился. Рэнки. Десятка, три цели. Ну, то есть, видите, да, у него просто процентуальное увеличение урона по ходу. Больше ничего не меняется. В общем, у него ничего интересного. Дальше. Хочу уже ролить. Лайки ставьте, чтобы ролил побыстрее. Так, новый этот, понятно. Бугимен смотрим. Ну, Бугимен тоже увеличение и 60% понижения. Ну, тоже такое себе. Так, кто там еще у нас? Минус, минус, ищем минуса. Самое основное. Вот он, Минотавр. Так, увеличение цели не вижу. Вижу больше забор энергии и добавляется 50%. Но это, наверное, 50%. Больше энергии цели не добавили, а 50%, скорее всего, я думаю, еще какой-то кулдаун там. Не знаю, что-то интересное добавили, блин. Поехали, посмотрим. А, как мы посмотрим? Мы сейчас не посмотрим. Вот он, зайду на него, прокачаю на 12-ку, потестируем. Ну, в общем, круто. Однозначно круто. Новый герой. Талантики посмотрели. А вот интересно, что там у нас в алтаре говорили, что-то поменяли. Тут вроде ничего не поменяли. По фракциям героев можно раскидать. Я не помню, у нас было, не было, напишите. Ну, не знаю, я, в принципе, ничего не увидел такого интересного. Давайте посмотрим, может, забытое что-то добавили. Так, это понятно. Забытое. Вроде все то же самое, не знаю. Больше такого ничего, честно говоря, не увидел. Так. Ну, в общем, как-то вот так вот. Будем ролить уже сегодня талантики. Ну, не знаю, в основном вам все показал. Очень интересно будет по поводу рун и всего. В принципе, здесь и на английском мы это сделаем. На русском, как обычно. Интересно, откуда будут браться все-таки эти камни. Сейчас я зайду еще, хочу в древнем посмотреть. Древние испытания. Вот оно. Ну, тут ничего не поменялось. 34 камня дают. Ну, в общем, очень много непонятного. Ну-ка, может, какую-то у нас локацию добавили? Да нет, локаций никаких нету. Атака фортов. В общем, непонятно как-то, не знаю. Пока больше такого ничего нету. Скины интересные. Очень даже. Давайте попробуем. Девятое просвещение. Посмотрите, 1.9. Не понял, девятое просвещение? Я что-то не понял. Это что, 1.9? 5.5? Ладно. Сейчас еще разок. Ремка 1.9. Да ладно, ну подождите. Ремку можно улучшить. Я в шоке. Просто в шоке. Посмотрите на это. Добавляется что-то. Я не знаю, что это добавляется, но это просто жесть. Можно уже ремку улучшать.
Ребят, дополнительные функции в талантах. Это просто жесть. Вот теперь вот будет очень интересно посмотреть, что же это означает. В шоке просто. Просто шок. Я не знаю. Я не ожидал. В общем, вот так вот, ребят. Я сейчас поставлю, где там тут долбанный Дракос. Девятая ремка. Извините, но это уже, конечно, перебор немножко. Да фиг с тем Дракосом, короче. Я буду уже тестировать. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Всем удачи, всем пока. Ждите следующих видосов.